Кисульда. Пука. Иди, такая маленькая, такая шлярость, такая шлярость, такая радость. Всем hello, друзья! Хотела показать вам платьишко, которое в прошлом влоге показывала. Супер лук с голубенькими носочечками. Ну и я вам покажу его под музычку, красивенько, проходочку. Вот, классное платье. На самом деле, я думаю, с ремнем тоже будет прикольно смотреться, но ремня у меня что-то особо нету. И неохота было искать его, если честно. И что-то делать с ремнем. В общем, я без ремня. Вот такое платье. Свитер, как его называется. Мне так очень нравится. Вот. Сегодня мы за городом. У нас сегодня юбилей. У родственницы. Вот. А завтра я поеду в Чернобыльск снова, потому что меня ждут дела. Привет, мои дорогие. У нас новый день. Я все в том же платье, потому что не взяла с собой ничего другого. Мы за городом. Сегодня еду в Челик. Вот. Пока что за городом. Жду, когда поедем домой. Что хотела сказать. Сегодня опять своим нелюбимым карандашом намазалась. Видите, он прям не прокрашивает брови реально. Виден собой. Так вот. Забава в том, что поскольку сейчас Бетти живет тоже с родителями, да, ну пока что, она привыкла к папе, и, ну, скорее всего, это уже давно случилось, потому что он единственный, кто их сейчас кормит. Мы так договорились, чтобы все подряд не кормили собак, их кормит папа. И Бетти теперь все время тусуется с папой, и тем более я сейчас начала уезжать, она вообще уже вся с папой, и мы сегодня с мамой ходили с палками, скандинавская ходьба, обычно Бетти всегда с нами бегает, сегодня она даже с нами не бегала, она сидит с папой и делает все дела его вместе с ним, и, короче, как хвостик везде бегает за папой. Так что Бетти мне радуется, но уже, по-моему, она решила, что ее хозяин это папа наш, так что... Я ее не вижу особо, не слышу. Она иногда ко мне зайдет с утра, поздоровается и идет дальше по своим делам с папой. Такие новости. У меня, кстати, что-то реально морщины вот стали тут прямо сильно, потому что я же хожу, загораю. И мама тоже говорит, что у меня стало больше морщин, кожа сухая. Надо, видимо, как-то сильнее увлажнять ее, я не знаю. Потому что я что-то пока не готова отказаться от загара. Мне так нравится быть подзагорелой. И вообще нравится ходить туда. Так как-то такое кайфовое ощущение, когда загораешь. Поэтому надо что-то придумывать с увлажнением кожи. Вот. Если вам интересна процедура обертывания, массажи разных, тоже пишите. Буду рассказывать вам с косметологами подробнее. Привет, друзья! Это снова я, у нас снова денечек. Я, наверное, как всегда пухшая, но да ладно. У нас сегодня будут фотосессии, поэтому, конечно же, у меня скажем прыщ прямо здесь.
Но речь не об этом. Вот, если надела юбку, которая мне маловато все-таки, вот этот ньючик, решила я в ней походить. Может подразноситься, надеюсь, хотя не уверена. Вот, конечно, она задирается, но смотрится, кстати, неплохо. Потому что что с ней делать? Решила носить. Или попробовать поносить, по крайней мере. Или вдруг похудею когда-нибудь. Вот. Короче, да, сегодня у нас фотосессия с Машей будет, с которой мы уже недавно тоже делали макияж. Сегодня буду для вас снимать отдельное видео, как она меня красит. Вот. Влоги, конечно, уже не буду показывать. Просто хотела показать мне сегодняшний лучочек. Лучочечек. Вот. Свое лицо без косметосика распухшее. И, собственно, надеюсь, сегодня будет очень интересный денечечек. Денечечек. Привет, мои друзья, сексуальные прыщавенькие Элиночки, которая еще почесалась. Я, как всегда, очень вовремя нахожу момент, чтобы записывать вам какие-то вещи, но, знаете, как говорится, перед приходом времени, или как это называется. В общем, когда хочется сказать, тогда и хочется. Я только что вот убрала свою дулечку перед тем, как ее выпрямить, потому что занимаюсь спортом, и что я хотела сказать, что на самом деле, вот, мне уже несколько дней как-то влом заниматься спортом. Вот, и все-таки вот реально, аппетит пригода времени ты, потому что когда начинаешь заниматься спортом, включаешься, и уже как бы хочется дальше продолжать заниматься, поэтому вот кому лень, главное начать, как говорится, да, это очень важный первый шаг, так что не ленитесь, девочки, занимайтесь спортом, когда начинаете видеть, что у вас какие-то мышцы появляются новые, это очень, да, становится более такие отчетливые, это очень приятное чувство, и потом уже останавливаться уже особо не хочется, так что занимайтесь спортом, у нас сегодня опять хорошая погода, точнее не знаю, насколько она хорошая, у нас солнышко, а это значит, что все чудесно и прекрасно, потому что я обожаю, когда светит солнце, даже если дубак, вот, потом обещали холодно, а на самом деле, может, конечно, и холодно, я думаю, вот, но у нас солнечно, поэтому кайфуем. Вот, кстати, я не показала свою новую кофту, сейчас ставлю вам видосики или фоточки, не знаю, потому что классная кофта новая, вот я вам говорила про шоурум, и как раз в одном шоуруме я купила кофту, вот, и меня уже столько человек спросили про эту кофту, я думаю, почему со мной не хотят с шоурумом сотрудничать, а на самом деле могли бы много новых клиентов получить, потому что кофта всем реально понравилась, так что покажу вам сейчас свою кофточку новую. Вот, покупала здесь в Челябинске шоуруме, потому что многие меня спрашивают, где, что за бренд. Вот, бренда никакого нет, скорее всего, какой-нибудь Китай, но качество неплохое, такая плотненькая, хорошая. Короче, покажу всем кофту и не знаю, что дальше вам буду снимать или не буду, посмотрим. Хочу рассказать вам про новые средства. Вот такие вот, такой шампунь и такой вот гель для душа. Они веганские, бисульфатные, там что-то еще, я не сильно в этом разбираюсь, но вот, в общем, тут Recycle Battle, вот такой вот значок, в общем, все как надо, это орифлеймовские они, я вам расскажу, кстати, чуть позже, где их можно приобрести. Что мне понравилось в шампуне, он, точнее, мне не очень нравится, когда шампунь плохо пенится, хотя я слышала от мастера своего, да, по волосам, что это на самом деле хорошо, значит, шампунь натуральный там, и что многие профессиональные шампуни на самом деле плохо пенятся. Вот, это раз, но два, он хорошо промывает волосы, потому что обычно, если шампунь плохо пенится, у меня волосы плохо промываются, то здесь они промываются хорошо. Вот, и такой гельчик, ну что про гель рассказать, просто вкусно пахнет, такая, знаете, линейка, которую хочется где-нибудь на Бали использовать, где-то на тропическом острове, но пока что я в Челябинске. И еще вот такой вот уход от Novage, Novage, как это называется, Novage, наверное, даже не знаю, тоже орифлеймовский. Пробнички всякие разные, тут есть серум для век, кремы, для умывания средства, в общем, буду тоже пробовать. Вот, 4 средства, я так понимаю, как-то на картинке нарисовано.
Этот от вновь не накрашенной Ириночки. Мне снова нужен ваш адвайс. У меня стали вот такие вот концы волос сексуальные. И на самом деле, ну, они сухие, это все понятно. Я вам хотела не про сухость рассказать, а про то, что они стали какие-то плотные. Вот я не понимаю, или я восстанавливаю их как-то, может быть, какие-то восстанавливающие вот эти всякие кондиционеры и так далее, что они стали более плотные. Потому что в этот раз, когда меня стригла моя парикмахер, я перед конкурсом это было, меня укладывали, я психовала весь день и сама, скажу честно, даже ножницами начала себе кромсать челку, потом все-таки к ней на следующий день приехала, она мне ее еще докромсала, потому что это первый раз, мне кажется, такое всю жизнь было, когда я сама ножницами трогала свои волосы, но реально я психовала, потому что у меня была какая-то дико толстая челка, и вот прямо я привыкла, что у меня кончики всегда тоненькие. Как бы филированные или как-то называются. А здесь они стали какие-то плотные. Вот я не пойму, с чем это связано. Или они как-то заполнились чем-то, или они настолько пересушились. Ну, я не знаю. Я думаю, когда они пересушенные, они теоретически должны, наоборот, истончаться, ломаться и так далее. А у меня они стали какими-то плотными. Вот как вы думаете, кто разбирается, что это значит? Вот. А вообще, конечно, видите, вот у меня ботокс уже прошел. Мне надо делать ботокс снова в лоб. И прыщ у меня тут... Я вам уже это вчера в эфире говорила. Кожа, конечно, сохнет от солярия. Я сейчас хотела в солярий сходить, а он закрыт, блин. Так что, видимо, сегодня я не пойду никуда загорать. Буду сегодня ходить белая, бледная. Ну ладно, я не бледная, все равно загорела. Вот. Такой вот болтеж. А вообще, у меня сейчас была такая ситуевина. У меня здесь нет сейчас Wi-Fi. Ну, как бы он в этой квартире не нужен, в принципе, им тут никто не пользуется, вот, поэтому на месяц подключать смысла нет, я пользуюсь интернетом сейчас, телефоном. На самом деле, очень быстро ходит интернет, у меня 30 гигабайтов закончились, вот, я 23 числа положила, а сегодня, считайте, 7 число, у меня уже 30 гигабайтов закончились. Я не знаю, быстро это или нет, мне кажется, что достаточно быстро. И, в общем... С учетом того, что мне кажется, я не настолько много чего-то даже и смотрю. Хотя, может, смотрю, не знаю. И что меня бесит в Теле 2? Он просто берет и говорит, у вас закончился интернет. И я такая просто, окей, что делать? Звоню папе, прошу положить мне 50 рублей, чтобы, как называется, чтобы мне положили дополнительно 500 гигабайтов, мегабайтов. Папа кладет деньги, почему-то пока я пытаюсь подключить эту услугу и подключить вообще к Теле 2 и купить еще гигабайты, я понимаю, что у меня баланс уже проверил опять 30 рублей. Я не знаю, что, куда, кого одевается. Причем папа даже мне больше положил, потому что у меня был отрицательный баланс. Короче, все равно какая-то хрень. И, в общем, мне пришлось идти с утра, я думаю, пойду в солярий, заодно подключусь к их Wi-Fi и подключу, в общем, всю фигню. В итоге пришла солярий закрыт, я ходила, слонялась по городу в таком вот виде. Но это ладно. Вот. Пыталась поймать Wi-Fi, чтобы положить деньги на телефон. Короче, это было... Прям был такой целый квест. Конечно, это вообще никому, наверное, не интересно, чем я это рассказываю, но все, поздняк, я уже рассказала. Так что, конечно, очень удобно. Я не понимаю, почему нельзя как-то заранее, там, за 1 гигабайт предупредить, что у вас уже дела не очень хорошо, давайте кладите. Потому что так вот окажешься. Я несколько раз уже оказывала ситуацию, когда реально надо положить деньги, срочно позвонить, написать кому-то. И вообще не знаешь, как это сделать, потому что ты не Сбербанк онлайн, не можешь зайти себе деньги положить. Ничего. А мне сейчас нравится новая тема. Я даже про это не знала раньше, как бы вот в том месяце только узнала случайно, что можно покупать гигабайты у других людей, можно продавать даже гигабайты, оставшиеся свои. Я теперь покупаю дешевле не у Теле 2 гигабайты, да, интернет, а у просто людей, кто выставляет свои оты. Вот. Сейчас буду такую масочку делать. Купила в супермаркете. Потому что давно не делала никаких масок. Кстати, красиво ногти смотрятся на таком цвету. С черным цветом, серым, темно-серым. В общем, такую маску буду сейчас делать. Омолаживающую. Друзья, у нас сегодня, мы идем отмечать папин день рождения в ресторан, что-то он завтра, но отметим сегодня, потому что сегодня суббота, у меня сегодня такое платье,
надеваю только второй раз вообще его. Спустя год с лишним. А вообще вот это вот... Мам, тихо! Вообще вот это должно быть... Вот это должно быть все вот здесь, на плече. Но тогда плечи постоянно сваливаются. И я сегодня подумала, почему бы не надеть вот эти штуки на руку. Тогда, по крайней мере, не нужно каждую минуту поправлять платье. Как вы считаете, неплохо смотрится вроде бы? Вот. Короче, такое платье. На бархате, конечно, всегда ужасно выделяется живот, когда поешь, попьешь. Так что пойдем сегодня гулять. Так, ничего, у меня нормально, кстати, так вкусно даже выглядит, я бы сказала. Турбулентный салат. Именинничек. Придется девка Вики засветиться у меня на ютубе. Можете писать папе поздравления, кто хочет. Это не фото, если что. Так, коньячочек у нас тут. Ждем горячий. Друзья мои, мы уже дома. Вот заканчивается влог. Он не особо, конечно, насыщенный получился, наверное. И не особо насыщенный на что-то полезное и интересное, возможно. Но как-то так, вы меня просите снимать. Чаще не получается, но снимаю, как получается. Все равно я вас люблю. Хочу с вами оставаться. Даже если не всегда охота что-то снимать, показывать, рассказывать, все равно... Не хочу куда-то деваться с Ютуба, все равно хочу показывать вам свою жизнь, насколько мне хочется ее для вас открывать, потому что разные люди все-таки смотрят. Вот. В общем, всех люблю, целую, обнимаю. И до следующего видео.